И теперь о событиях дня подробнее. Заместителя руководителя областного Роспотребнадзора подозревают в халатности. В отношении Михаила Лужного возбуждено уголовное дело. Оказалось, что обращения о продаже из-под полы концентрата для ванн «Боярышник» поступали в ведомство неоднократно. Люди жаловались на незаконную реализацию спиртосодержащего средства. Напомню, именно им за последнюю неделю отравились больше 120 человек, из них 76 погибли. По информации Следственного комитета, первые заявления оказались в надзорном ведомстве еще в мае текущего года и затем поступали на протяжении полугода. Жители Иркутска просили ввести запрет на розничную продажу боярышника. Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов. Соответственно, следователями Следственного комитета сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по факту халатности. По делу о массовом отравлении метанолом, который содержался в концентрате для ванн, задержаны уже 23 человека. 6 из них арестованы. По данным регионального следственного комитета, выявлены все каналы распространения боярышника. В одном из районов Иркутска найден склад метилового спирта, который использовали при производстве смертельного концентрата. Сегодня на комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение запретить продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей в регионе на период новогодних праздников. А премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Роспотребнадзора России приостановить продажу такой продукции на 30 дней. Исключение составят парфюм и стеклоомывающие жидкости.